братья и сестры, говорю поздравительное слово. Сегодня день преподобного Сергия, игумена Радонежского, всей России Чудотворца. Сегодня приход Казанской иконы Божьей Матери, села Жаренки, первый раз услышали прекрасный звон благовеста, колокольный звон. Международный центр колокольного искусства под руководством Дьячкова Андрея Анатольевича. Я выражаю ему сердечную свою благодарность от всего народа, от всех прихожан. Ведь колокольный звон – это голос Божий, призывающий нас ко спасению и на церковной службе. Здравия, спасения, многое лето учредителю Дьячкову Андрею Анатольевичу и его специалистам в лице раба Божия Константина, который здесь устанавливал колокола. Спасибо Господи на многое и благое лето. Все очень хорошо и прекрасно. Храни вас Господь.